Друзья, перед тем, как мы перейдем к творческим, у вас перед этим будет появляться профайл команды на экране. И только после этого будет творческое выступление команды. Поэтому под ваши аплодисменты. Команда «Гавайи» и... Давайте так, «Гавайи» — это ребята. И команда «На волне» — радиотехнический факультет. Внимание на экран! Андрей, покажи мне, где Туреччина. Тут. А покажи мне, где Украина. Ось тут. А покажи мне, где Гавайи. Тут. Команда Гавайи. Всем привет! С вами команда «Гавайи», и мы сейчас взорвем КПИ! Ярик, ты же радиотехник. Ты не мог детонатор с дистанционным управлением сделать? Кто сказал детонатор? Где детонатор? Общий сбор! Ребята, вы что, перед выходом накатили? Чего вы в этих костюмах? Ты вообще кто? Я Флэш. Я самый быстрый человек на Земле. Почему? Ну, меня заселили в общагу, и через пару часов уже выселили. А ты, наверное, Аквамен. Ты что, тугой? Ты что, Ляшку? Да не, я комендант. Я завжди там, где веселуха, та призначаю відпрацювання. На, иди сніг зрибай. Але ж це вила. Ну да. Так вот где елка с первого корпуса. Вообще-то я киборг. Хорошо себе представляют КПИшники костюм киборга. А ты, наверное, чудо-женщина, да? Я? Денденщина. Сейчас запишу. Бэтмен, какие у тебя суперспособности? Я богат, у меня повышенная стипендия. Ну что, поехали, лишенные субсидии. Альфред, врубай музу! Супергерои тоже люди. Представьте себе ситуацию в КПИшной больнице. Здравствуйте, доктор. У меня проблема. Я не могу установить Windows своей девушке. Ты же робот. Ну, заряда мало. Вы понимаете, сервак упал. Хорошо. Чтобы въехать в суть Trouble Connect и юзать чудные фичи... Доктор, доктор, не надо загружать меня сервак, пожалуйста. Ладно, слушай. Значит так, во-первых, хватит ходить уже в Яндекс.Бар. И, пожалуйста, уменьшь количество пользователей. Хорошо. Знаешь, я тебе помогу. У меня есть одно секретное средство. Таблетки Powerbank. Теперь на 10 тысяч мАч больше. Только никому. Конечно, спасибо. Мне просто спасить. Где детонатор? Доктор, доктор, помогите, у меня большие проблемы. Моя девушка говорит, что я быстро качаю. А, Флэш, ладно, помогу и тебе я. У меня есть одно проверенное средство. Таблетки КПИ Телеком. Ты теперь не то что качать. Ты теперь не то что качать. Ты молись, чтобы на сайт войти смог. О, спасибо большое, доктор, спасибо. А напоследок хотелось бы сказать вам несколько слов. Где детонатор? Да задолбал ты уже со своим детонатором. Детонатор!
С вами была команда «На волне». Аривидерчи! А почему не аплодируем, команда номер один «Вискис»? Ну что ж, теперь внимание на экран. Команда под номером два «Нино». Мы самая умная, веселая, скромная команда, якая ідеальним поєднанням мужності, краси та сили. А все это означает, что мы команда «Нино». Команда «Нино» и «Энергетики» под ваши аплодисменты. Добрий вечір, КПІ! З вами команда «Енергетики»! А фішка нашої команди в тому, о, ти що, неадекватний? Та ні, я королевка. Боть, это другой конкурс. Тут мистера. А що це за школьники повиходили? Що за музло? Ми команда «Нино». Їм, походу, названня ще і мамка придумувала. Ой, ти що ти вообще понимаєш? Так, ребят, а де наш п'ятий член команди? Я буду с вами, мальчики. А у вас в энергетиках все такие недоразвитые? Так, милейшая, твоя люстра уже давно перегорела. Нам нужен наш красавчик. Ну що, хлоп'ята, я буду з вами тепер. Що це за соломка в юбці? Взагалі-то соломка тут. Короче, ти нам не підходиш. В смислі? Я розберусь. Ти, жирдон, тебе хана. Трансформируемся. А ну, супердебилы, тоже трансформируемся. Да, вы ненормальные. Вова, разберись. Похоже, кого-то давно не макали в диметилформамид. О боже, химик, ну нафиг. Интересно, ну и где же наш пятый? Миша, определяйся, ты до умных, чи до мистеров? Зато мистеров, якие идеальным поєднанням мужности, красы. Та сили! Ребят, я, конечно, понимаю, что меня все хотят как стипендию после зимней сессии. О, но... да. Да, 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 да. Но у меня есть идея. Так, Никита, ну, в этот раз у тебя точно получится. Спокойно, спокойно тут. Никита, твое время истекло.
Быть с тобой, быть с тобой. Никогда нам не быть с тобой. Эй, Никита, тебе ко мне. Ну нафиг. Ну шо, Миша, давай дуй к мистерам своим. Цыпочка, мы теперь вдвоем остались. Ну нафиг. Ну, ребят, вы чего? Ну, а как же? Нино! Нам не все равно. Нино! Нам не все равно. С какого факультета кто? Ведь мы едины одно. Нино! Нино! Если бы мы знали давно, что кем-то решено, нам не стремно быть тем заодно. С вами была команда Энергетики! И команда Нино! Ваши аплодисменты, Нино и Энергетики! Друзья, едем дальше. Внимание на экран. Дети 90-х плюс 1 и команда Дальнее плавание. Внимание на экран. Эх, я помню тамагочи. Мороженое по 50 копеек. Сега и Дэнди. Телефоны с антенной. Это все потому, что мы... Дети 90-х. Плюс один. Бря! Добрый вечер! На сцене команда Лиги смеха КПИ «Дальнее плавание». И команда мистеров «Дети 90-х». У меня было детство. Пацаны, а вот вы реально с 90-х, да? Ну да. А доллары поменяете? На что? На листики с деревьев? По такому-то курсу? На биткоины меняйте, дурачки, на биткоины. У меня было детство. Сейчас очень популярными стали интервью Юрия Дудя. Но представьте, как бы эти интервью выглядели в 90-х. Скажи-ка нам, пожалуйста, сколько ты зарабатываешь? Ну, 300. Ты же знаешь, опять подкалываешь. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Скажи-ка, пожалуйста, что бы ты сказал, если бы оказался возле Бога? Я основатель МММ, я у него в черном списке. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Ну и напоследок, скажи три последних слова. Хочу позвонить другу. Перезвони. Бесплатные 2 секунды. Не перезванивайте друзьям. Покупайте тариф джинс «Спаси и сохрани». «Спаси и сохрани» — это все, что вы успеете сказать за 10 секунд. Юрий будет дуть, дуть, будет Юрий. Юрий будет... До появления интернета и видеоигр игра в Counter-Strike выглядела именно так. Димон! 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 Да не выйдет, Дима! Это война! Нам нужно подкрепление! Но если ты уйдешь, тебя больше не выпустят! Мам, налей воды! Фу, ты опять вымазался. Дома сидишь.
Мы его потеряли. О, попал! Ты убит! Убит! Да нет, ты убит! Я первый попал! Ребята, гол в КС-ку я создал. У меня было детство. А с вами была команда Лиги смеха КПИ «Дальнее плавание». И команда мистеров «Дети 90-х». Плюс один. У меня было детство. У меня было детство. Друзья, едем дальше. Едем дальше. И заключительная команда в этом блоке у нас команда «Виз Кис» и «Без капитана». Команда Whiskies! И, конечно же, в нашей команде есть самый красивый парень, самый поющий парень и самый украинский парень. И самый мега-супер-победитель зимнего кубка КПИ. Он не с нами. Не, в смысле, парни. Whiskies! Привет, ребят! Короче, сейчас буду знакомиться с мистерами. Господи! Так, надо подготовиться, вроде бы неплохо, да? Но они у меня, конечно, там такие красавцы, вы шо? Это ж капец, прям. Они шо, уже вышли? Ладно, умом они не отличаются, но ничего страшного. А, господи! Пацаны, чё вы вышли-то, а? Ну я же попросила позвать мистеров, а не... Я пытался хоть как-то спасти эту ситуацию. Ну как знаешь, Диан, как знаешь. Ладно, ладно. Давайте по второму кругу еще разок. Сейчас будут мистеры. Мистеры, давайте, выходите. Ну, я же уже приготовилась. Ну давай. Ну давайте, все, да? Сейчас что-то сделаем. Пацаны, валите со сцены. Рахат Лукум, ты тоже! Ну, а тебя мне как назвать, чтоб ты ушел? Аль-Сакаф Юнис Шабиб Хусейн. Аль-Саша... Короче, Хусейн с тобой, вали со сцены! Итак, вы даже, наверное, не представляете, сколько времени забирают репетиции у мистеров. Итак, представьте, один из участников мистер КПИ 2017. Господи, как же я устал! Зачем я вышел на этого мистера? Я не вижу белого света, меня преподаватели вообще не видят. Я с девушкой своей... Девушка, кстати, ё-моё. Алло, Лукашевич, слушай, у меня тут такая проблема, у меня полгода с девушкой, и... Ого, 4 месяца ждал этого момента, ого! Господи, что это было? Ладно, с одной проблемой порешал. Учеба. Что мне с учебой-то делать? Не, конечно, есть один вариант. Алло, это принимальная, кого там, с Гуровского, да? Ви подзвонили до пана Згуровського, залишайтесь завжди на лінії. Якщо ви містер, то вас відраховано, лише натисніть на одиничку. Прийдеш до мене, не забудь на лічко. Ні, ну це кінець, я чистий, ну це... Ну, Игорёк, ну чего ты плачешь? Ну ты же миска! Мистер, миска! Короче, вали со сцены, Так, братан, пока следующий человечек переодевается на миниатюрку, давай, вот, можем проявить себя, показать, на что ты способен. Давай, вот что ты можешь, удиви зрителя.
Ну, хорошо, ты умеешь отжиматься, да. А вазон зачем тебе? Просто понимаешь, у меня проблемы с дыханием, и при больших нагрузках мне нужно больше кислорода. Господи, придурок. Хорошо. Хорошо, давай. Вот ты умеешь отжиматься, мы это уже все поняли. Что ты умеешь еще делать? Вот что ты можешь показать еще? Можешь мне помочь? Да, да. Просто хлопай. Что ты делаешь? Ты придурок! Отжимания с хлопками. Хорошо. Ты спортсмен. Допустим, давай идти в этом направлении. Поприседай. Господи, да ты садовод-любитель! Зачем ты вазон на сцене поливаешь? Что? Как ты меня назвал? О, это было отличное выступление! Что ты сказал, а? Как ты посмел? Не трогай мою Мелиссу! Эй! Oh my God. Итак, представьте, ситуация в ночном клубе «Форсаж». Ай, какая девочка! Я, короче, подхожу сейчас ему, вертуху и капец! Сейчас влетаю ему коленом в лицо, и она моя! Чё ты сразу начинаешь? Слышь ты, это мой квадратный метр, я его стелил. Я тут шпаклёвку мазал. А я в мистере FMM почти вот так ещё выиграть осталось. А я в мистере КПИ участвую. Ай, с тобой шахи, ты как короче, как тебя там нет? Oh my God. Как вы могли заметить, у одного мистера, а именно у Вовы, не было личной миниатюрки, поэтому, Вова, твой час, давай. Амахасва! С вами была команда победитель Лиги смеха Зимнего кубка КПИ без капитана. И команда Вискис! Друзья, ваши аплодисменты. Команда Вискис и команда без капитана. Давайте их поддержим! Друзья, так, продолжаем. Но как-то тихо в зале. Да, так лучше. Да, так еще лучше. Хватит свистеть. Когда я говорил тихо в зале, не имел в виду музыку, я имел в виду поддержку. Ребят, давайте поддержим наших мистеров.